нравится бюджеты? Как мы сообщали в начале выпуска, завтра начнется государственный визит в нашу страну президента Азербайджанской республики, в преддверии которого сегодня в столице состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум, организованный Министерством инвестиций и внешней торговли, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан совместно с Министерством экономического развития и торговли и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской республики. В его работе приняли участие представители крупнейших компаний двух стран, представляющих различные направления экономики. Узбекистан, Азербайджан. Народы связывают многовековая история, общая религия, культура и ценности. Сегодня, благодаря мудрой политике глав государств, двустороннее сотрудничество обретает стратегический характер и находится на качественно новом этапе развития. Визит президента Шавката Мирзиёева в город Баку для участия в 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в октябре 2019 года заложил прочный фундамент двусторонним связям и задал новый вектор развития многоплановому партнерству. Если говорить об объемах взаимной торговли, то с 2016 года они увеличились в 5 раз, а с начала этого года показатели товарооборота выросли еще в 2 раза. За последние 6 лет количество предприятий с участием азербайджанского капитала в Узбекистане выросло в 4 раза и достигло 238. В свою очередь, сегодня в Азербайджане осуществляет свою деятельность свыше 50 компаний. Состоявшийся бизнес-форум стал реальной площадкой для стимулирования активного и тесного взаимодействия деловых кругов Узбекистана и Азербайджана. Ведь общая задача – оказывать всяческое содействие установлению прочных контактов между представителями бизнеса двух стран и всесторонне поддерживать совместные бизнес-проекты. В бизнес-форуме приняли участие свыше 50 крупных азербайджанских компаний, а также их партнеры с узбекской стороны. Бизнес-форум прошел очень солидно, продемонстрировал желание и интерес бизнеса двух стран в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Были обсуждены и согласованы конкретные договоренности по ряду направлений. Дальнейшее наращивание объема взаимной торговли, углубление промышленной кооперации, развитие транспорта, логистических связей, развитие межрегионального сотрудничества. Бизнес-форум показал, насколько есть большой потенциал в углублении указанных направлений. Был подписан ряд соглашений и двухсторонних договоренности. Было подписано больше 10 меморандумов о взаимопонимании между различными государственными структурами. Мы, в частности, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, подписали меморандум с Торгово-промышленной палатой Узбекистана. В первую очередь нам интересны сектора сельского хозяйства, туризма, промышленности. И надеемся, что этот сегодняшний бизнес-форум придаст новый импульс отношениям, особенно экономическим, и, конечно же, увеличится цифры нашего взаимодействия товарооборота. Говоря о ключевых направлениях двустороннего взаимодействия, определены перспективы в углублении торговых отношений на основе взаимодополняемости экономик. Договорились провести уже осенью этого года выставки национальных товаров, сделанные в Азербайджане, а также второе заседание делового совета между представителями бизнеса Узбекистана и Азербайджана.